Воровского, 10. Дореволюционный кирпичный дом построен в 1917 году. Единственная парадная в здании поддерживается в удовлетворительном состоянии. Въезд во двор через арку ограничен для посторонних. Мест для парковки автомобилей недостаточно. Рядом есть парковая зона. Неподалеку расположена столовая, студия цветочного дизайна и офис нотариуса. Развита инфраструктура. Ближайшее метро – Золотые ворота. Дом в удовлетворительном состоянии.